Чтобы зубы были чистыми и здоровыми, их обязательно нужно чистить. Держи, это тебе зубная паста и маленькая щетка. Очень маленькие! Дэнни, а это тебе. Я ненавижу чистить зубы! Бритни, а это для тебя. Твоим зубкам понадобится огромная щетка и огромная зубная паста. Зачем? Ребята, вы попали в новый челлендж. Большая, средняя и маленькая еда. Погнали! Так, ну что, я готова начать первое. Открываем пасту и выдавливаем на щетку. А почему не выдавливается? Она не могла так быстро закончиться. Да, там точно что-то есть. Я достану тебя! Ой! Ну вот, я вся в пасте. Погодите, посмотрите, как прикольно она тянется. Хватит надо мной смеяться. Итак, возьмем щетку и нанесем на нее немного пасты. Ауч! Да, надо придумать другой способ. О, точняк! Я закручу зубную щетку в пасту. Вуаля! Теперь можно и зубки почистить. Какая вкусная паста! На вкус как жвачка! И пузыри получаются! Класс! А можно теперь буду я? Я уже придумал, как достану свою пасту. Просто разрежу упаковку сверху. Вот так. А теперь окунаем в пасту зубную щетку. Вау, как же аппетитно! Объедение! Это же реально жвачка! Да, реально жвачка, и у тебя ее так много. Поделишься? Нет, конечно нет. Это вкуснейшая паста только для меня. Объедение. А теперь хочу надуть пузырь. Вау, какой большой! Смотрите, у меня получился шарик. Бритни, смотри, смотри, что я сделал. Дэнни, ну зачем ты меня отвлекаешь? Вот и улетел твой шарик. Итак, выдавливаем пасту на свою огромную щетку. Ничего себе, как много! Не терпится попробовать. Супер! И даже пузыри получаются прикольные. Ну а теперь почистим зубки. Ого, это что, пена? Бритни, ты еще там? Да-да, все супер. Давайте же вместе поиграем с пеной. Ее так много. Это очень весело. Да, прикольно. Мне досталась самая маленькая пицца. А у вас что? Ничего себе! У меня средняя пицца. А что у Джесс? Невероятно! Да-да-да, еще раз да! Огромная пицца только для меня. Ох, Дэнни, начинай со своей крохи. Хватит смеяться. Знаете что? У меня есть маленький нож. С помощью него я попробую разрезать пиццу на маленькие кусочки. Ну, чтобы подольше ей наслаждаться. Как аппетитно пахнет! А на вкус! Очень здорово! Знаете что, хочу съесть сразу все. Эх, жаль, мне не хватило. Бритни, у тебя такие большие куски! Даже не мечтай, Дэнни, я все съем сама. Как же много здесь сыра! И он так аппетитно тянется! Эй, а куда подевался кусочек? Как? Мою пиццу воруют у меня прямо из-под носа. Дэнни, тебе не стыдно? Что за наглость? Вообще-то я не разрешала. Ну все, со мной шутки плохи. Получай, Дэнни. Нет, подождите! Вот так, без него намного лучше. Джесс, приступай. Ну что ж, мне уже давно не терпится попробовать. Эта пицца выглядит невероятно аппетитно! А какая же она вкусная! И сыр, и пепперони! Просто пальчики оближешь! Ой, кажется, я немного устала. Наелась, так давай мы поможем!
Нетушки, я съем все одна, мне ваша помощь не нужна. Ой, последние три кусочка – это уже не наслаждение, а наказание. У нас появилась крутая идея. Вы ничего не видели. О, нет! А что с моим стулом? А, падаю! Ребята! Ну вот и все. Теперь пицца наша, налетай. Джесс, не переживай, мы доедим. Что? Нет-нет-нет-нет-нет! Это же острый табаско! А у меня бутылка табаско, но побольше! Боже мой, что же мне делать? У меня огромная бутылка табаско! Прямо-таки для великана! И как я это выпью? Брить не начинаю, а! Но мне очень-очень не хочется! Ладно, ничего не поделаешь. Надо попробовать пару капелек! Ай-яй-яй, как же сильно горит язык! Ладно, надо выпить все поскорее и больше никогда не вспоминать про этот табаско! Мамочки, помогите мне! А, пар из ушей! Так, нужно как-то помочь Бритни, а то она взорвется! О, смотрите, это же мини-пожарная! Ко мне пришла идея! Давайте-ка немного остудим Бритни! О, да! Большое спасибо! Мне стало намного лучше! Вода правда здорово помогла! Джесс, твой черед! Серьезно? Я не хочу! Но ничего не поделаешь! Нужно собраться с силами! Надеюсь, у меня получится все выпить и не сгореть! Ой, как же это невкусно! Осталось еще немного! Я почти допила все до конца! Ой-ой-ой! Мне плохо! Внутри все пылает, будто бы сотни костров разожгли! Я не могу держать это в себе! О, да, холодная ванна! Что может быть лучше? Кажется, с Джесс все в порядке. Дэнни, теперь ты. Нет. Надо что-то придумать. О, точно! Я выпью табаско через трубочку. Так будет намного быстрее и не придется поднимать бутылку. Пьем, пьем, пьем и стараемся не концентрироваться на вкусе. О, нет, это нереально! Мне очень остро! Кажется, сейчас начнется! Я извергаю огонь, как дракон! Ну и где же моя шоколадная фабрика? О, нет! Мои шарики! Вроде полегчало. Ой, кто там на меня падает? Это я, Вилли Вонка! Ловите! Со мной все окей. Вот это видок! Ого! Не смотрите! Вот, возьмите полотенце, можете прикрыться. Большое спасибо, а вы перестаньте смеяться. Большое спасибо, что смотрите наши видео и ставите лайки. Подписывайтесь на канал и делитесь им с друзьями. Ну а пока-пока и до скорой встречи!